С утра наплыв посетителей. Черногорское социально-оздоровительное учреждение имени Александра Лебедя пользуются популярностью не только в Хакасии, но и у жителей других регионов. Но первыми устремились все-таки черногорцы. Нам здесь понравилось. А во-вторых, нам путевку вот предоставили по нашим заболеваниям, поэтому в прошлом году у нас не получилось в связи с пандемией попасть, и пришлось у нас вот вообще год выпал. В этом году мы очень обрадовались, когда нам позвонили, что есть такая возможность. Поэтому мы вот с радостью пришли. Сегодня мы принимаем первый заезд после длительного такого перерыва годичного. Приступили к нашей основной деятельности. Принимаем семьи с детьми, имеющими в своем составе детей с ограниченными возможностями. Это в общей сложности будет 40 семей, то есть 80 детей и 80, и 40 детей и 40 родителей. Учреждение полностью готово к приему. Проведена заключительная дезинфекция всех помещений и территорий. Оздоровительный центр в городской черте – уникальное место. Прежде всего, здесь обращают внимание на поправку здоровья. Физиотерапия, грязевые ванны, физкультура, медицинский массаж и многое другое. Одно из популярных направлений – процедуры в голокамере. Это специальная комната с солеными растворами. Голокамера – это очень хорошее средство для восстановления бронхолегочной инфекции в помощи в лечении. Очень важно для нервной системы. Люди здесь расслабляются, принимают процедуру. Очень важно для матери и дитя то, что они рядышком находятся. Дети не испытывают чувства страха, волнения, замкнутого пространства. Поэтому эффект очень хороший. В оздоровительном центре 48 комнат. Каждый свой санузел, душевая. Все это позволит до конца года принять 1360 пациентов. В приоритете на лечение ветераны войны и молодые мамы с детьми. Как и в любом санатории, предусмотрено здоровое питание. У нас очень разнообразное меню. Вышло новое санитарное правило и нормы в 2020 году. Согласно им у нас разработано, составлено меню. Примерное меню на все 14 дней. Оно различается прекрасным питанием, потому что блюда не повторяются раз в три дня, все как и положено по санитарным правилам и нормам. Включают в себя овощи, фрукты, зелень, полный объем тех микронутриентов, которые необходимы нашему организму. Первый день показал, что после пандемии городской курорт набирает обороты. Параллельно проводится и внутренний ремонт. Юрий Варивода, Дмитрий Щеглов, РТС.